have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! И это старый добрый Bad Business. Мы сюда давненько не захотели, решили глянуть, а тут, короче, всякая хэллоуинская дичь творится, что прикольно. Опа! Первый килл! Да, блин, что он залагал-то? Второй килл? Окей, неплохо. Пока неплохо, блин, не только... Ай, меня тут гасят! О, ассист, хорошо. Моя любимая граната, я обожаю... Ой, тут грены есть, я забыл. Короче, эта игра офигеть какая динамичная, и когда заходишь сюда после... Блин, чего-то другого. Блин, пока прет на самом деле. Эй, сзади, сзади! Есть грены! А, нет, это ассист был. Хух. Меня кролик... А, это рандомайзер типа насчет пушек? Да. Окей, блин. Блин. После автоматической пушки вот это вот... Нет! Что же я косой такой? Так, ладно, мне что-то оптическое дали, да? Ой, блин, это нужно издалека стрелять. Какое же оно медленное. Черт. Меня тут высекут очень быстро. Минус три. Греной? Да, минус три грены. Я только сверху... Так, минуточку, как здесь слайдить? Я не помню. Присядь и... Такого фига чувак с ножа всех так разносит? Это че? Арбалет, серьезно? Чё за дикая дичь? Я обожаю гранаты, потому что я могу делать вот такие опасные штуки. Гранаты! Главное сказать гранаты, иначе она не взорвется. Да. А, вспомнил, как слайдить. Вон чувак. Минус два. Вон чуваки! Как я не попал? Я же гасил на упреждение, блин. Благословение, блин. Так как я сейчас-то не попал? Да ну блин, не, в такой... Есть! В такой игре арбалет это очень сложно, если чё. Кто напердел? Я. Тут зайцы дохлые валяются везде. Да нет! Да, везде. Блин, я попал! Да блин, вас. Смотри, сколько у него жизни это было, ай-яй-яй. Все, я напухал на вас. Фух, это свой. Так, секунду. Офига ли в него дэмэдж не проходил, но я ж был достаточно близко. А, ладно, короче, у меня маленький мальчик нашел пулемет. Ух! Вот это дичь здесь. То есть эта игра всегда была крайне динамичная. А, блин, ну чуваки, ну блин. А, мы победили. Ладно. Можно не ныть. Когда а мы победили, проиграли. Можно не ныть. Ох, у меня 8 киллов и 9 смертей. Да уж. Так, ну блин. А, я вообще как-то к этой скорости не привык. То есть, знаете, есть определенные игры, которые приучают вас к какой-то определенной скорости, сложности. И ты такой играешь во что-то, а потом тебя кидают в другое, и ты такой, черт! Тут появились эти огненные, и они были. Ой, блин, меня высекли из снайпера. Так, ладно. Ёлки-палки, да что ж я как нубяра-то сливаюсь? Минус один. Так, мы синие, все понял. Давай. Да, я тоже синий. Ты же тоже посинел? Роли. Граната.
Я кого-то попал. Эти раз тогда я говорю граната, граната взрывается. Есть! Эсис дали. Грены тебя! Да! Успел грену кинуть, и она успела взорваться и убить чувака, классно. Обожаю такие моменты. Я подорвал, отлично. Блин, из этой штуки с прицелом стрелять нельзя. Там трое сбоку. О! У нас враг на базе. Не, сись дали за попадание в какого-то перца. Хорошо, хорошо, хорошо. Валим, валим, валим. Вон они, наверху вижу. Что-то я вообще разучился. И стрелять, и бегать. Да блин, я же ему хорошенько так накостылял. Жалко, я мог его тоже снять. Почти. Я видел вот тут чувака. Где он тут был, только я не знаю. Только что пробежал. Или это его уже убили? Посмотрим. Вот, в общем, насчет шутеров особенно. У каждого шутера есть... Да блин, он так выскочил неожиданно. У каждого шутера есть особый свой ритм, темп, и ты такой заходишь, к чему-то привыкаешь, а потом к чему-то другому привыкнуть очень сложно. Это, например, происходит, вот когда играешь в Apex. Apex очень быстрый, очень динамичный. После этого случайненько такой заходишь поделать заданьки в Fortnite. И Fortnite такой скучный, медленный. Да блин, сдохнуть не хочешь, например? Я знал, что ты здесь. Дружище, я знал, что ты здесь, я тебя видел. Да, это был... Это был подсос прямой... Есть! Минус два, неплохо. Так, грены, грены у меня еще есть. Чувак, затылок тебе. Неплохо, неплохо. Вот, вроде как разыгрались. Обычно после таких слов меня быстро убивают. Блин, обе грены в молоко, вы серьезно? Четверо по центру. Я видел, я в них две грены зафигарил, и ни одна грена никого не достала. Че-то... Блин. Ну, я сказал, короче, после тех слов, что я сейчас разыграюсь... Рандомный килл гранатой, я обожаю это. Нафиг тебя, чувак. Сколько тут народу-то вообще? Что тебя перекособочило так, блин, чувак со сколиозом играет. Сидит такой, идет, бежит на меня такой косовесть. Уиха! Так. Минус. Это была по мне грена. Наверное. Да, это я кинул его врага, попал в тебя. Ну, я как бы по мне она не попала, вон он. Их два! Нет, 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 их два, я видел, что я попал в это пересечение. Да я же прям умею кидать гранаты, да я же профи в кидании гранат. Нет, 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 мне сейчас, по-моему, грохнут, 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 да! Причем вообще не то, что... Как он из руки стреляет? Почему у него ствол из руки торчит? Мне кажется, знаешь, что мне нужно. Блин, их слишком много, они все на нашей базе. Ты посмотри, что... О, блин, меня здесь дали. Посмотри, что творится. Да блин, ты сдохнуть не хочешь? Наверное... Почему со всех сторон-то? А! Бесит. Какая-то игра. Да ну блин, я одного целюсь, меня с другой стороны снимают. Ну серьезно. Команда, вы где? Вы вообще команда? Я внизу, блин, потому что они все здесь. Кого фига? Кишит здесь этими придурками. Вы сидите наверху, что ли? Да. О, я кого-то грены снял. Второго снял. Ты что? Блин, жалко грены. Подбирать нельзя. Минус, чувак, у тебя... Ты, по-моему, без ног остался. Да блин, у него совсем чуть-чуть жизни осталось. Ну снимите кто-нибудь, ну нельзя же так. Опять он же меня убил, потому что пока я занимался вторым, у меня закончились патроны. Ну блин,
Идите все вниз, что вы там делаете нафиг? Да мы снайперимы. Суперимы, я, нет. Я уже кучу киллов сделал снайпер. Опять этот же чувак меня убивает третий раз. Потому что, блин, наша команда сидит, поджав задницы, и все. Ну, о, спасибо, эсист дали. Как я. Вот, минус. Блин, чуваку грена зашла прям аккуратненько так. Ну. Да ну ты посмотри, как наша команда просирает-то. Ну блин, ну нельзя так. Скрбум. Фишка в том, что я прихожу туда, и я один, а их там внизу 3-4 человека, и меня выносят. А сверху сидеть бесполезно. Потому что... Есть, минус 2. Минус 3, левел ап, есть. Валим вперед, атакуем. Ну блин, какого фига вы там отсиживаетесь? Минус 4. Нет, сзади. Да, блин, не сзади, понял. Уже понял, когда убили, уже понял. Два раза попал. Отжался. А, вот это красиво. Окей, здесь чувак чисто на скилле подъехал. Согласен, здесь... Была... Честная драка. Как вот здесь тоже сейчас. Это наш, пардоньте. Мой косяк. Ну какого фига ты не потыкаешь? Я же... Грена! Да ну блин, ну смотри, спина вообще не прикрыта. Я на нашей базе, и меня постоянно со спины ломят, потому что... Потому что гладиолус. Вот этот, кстати, хорошо играет. Зомби туф или как тебе там? Есть. Я чувака. Ну, ассист дали. Опять же меня этот зомби туф убил. Ну все, мы проиграли, кажется. Ну, молодцы, потому что досиделись, блин, да отдыхались. Опять меня зомби-туф убил. Ну блин, серьезно, этот чувак прям тащит у них команду. Ну, как бы меня он постоянно мочит, я это так. Вот опять же он. Хотя я в него стреляю, смотрите, у него что? Жизни остается не так много, но каждый раз он меня умудряется перестрелять. Не, ну красавчик, чувак на скилле играет. Дефит. Печалька. Кстати, MVP зомби-туф вот этот вот. Сколько народу убил? 46 киллов. У меня 27 киллов, у чувака 46. У меня 17. 23 смерти. У меня на 27 киллов 26 смертей. Я КДшка один к одному практически. Ну-ну. Да он читер. Фух. Он не читер, он хорошо играет. Просто вся наша команда сидит, блин, пальцем кое-где ковыряется, нифига не делает. Снайперы. Всех в щели позажимали. Так, King of Hill, понятно. Царь горы, поехали. Как минус 2! Блин, меня тут сейчас грохнут. Да ну блин, чувак, у меня 30 жизней было, ты что делаешь? Ладно, если сдали, по крайней мере, за него. Я там неплохо так воровался, двоих чуваков сразу нокнул. Я умею кидать гранаты. Тебе под ноги? Да, умеешь. Да. Раз, я два. Я хотел закинуть через крышу, а кинуть гранаты. Зачем? Я тебя греной убил? Да. Вот я умею кидать грены. Короче, я взял одного с грены завалил, второго просто с винтаря зарезал, и все. Так, где? Здесь. Скоп! Скоп! Еще какой скоп? Да! Скоп с автомата. Я отсюда. Минус 2. Я вспомнил. Умри! А! Посмотрите! Я не в того начал стрелять, а тут сейчас бесило. Я видел, чувак передо мной, а почему-то начал стрелять в другого. Это
кого-то убить. Блин, вот сейчас грены просто в молоко ушли. Я только печально. Себя убиваю, и все. Ну ты молодец, потому что я тебе скажу. По мне кто-то гасит. Да что ты там прячешься? Иди сюда! Что такое? Вот еще одно стекло, только в их команде теперь. Я сейчас к тебе приду. Фига ли? О, у меня есть субмашинган, серьезно? Есть, ассист. Какой нафиг ассист? Я его убил. Ладно, хотя бы за ассист много дали, потому что я его убил. Есть! Вот это сейчас красиво был трюк. Так, ладно. Пока я за одним оленем охотился. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этот чувак хорошо играет. Ну, как бы, неплохо. Где моя команда? На меня чувак напал, никто из них не отреагировал. Знать бы, где ты. Я к тебе пришел бы. Не в том смысле. Я бы тебя убил бы. Пришел бы и убил бы. Так, ладно, пора холм захватывать. Серьезно. Есть! Есть! Я чувака грены снял. Да тут все прям в огне на этой точке дебильной. Я знаю! Слушай, а мы выигрываем? К сожалению, все, надо быстро холм захватить. О, там бежит какой-то олень. О, оленя! Ты меня убей тут. Блин, второй убил. Ну серьезно. Блин, хороший скин, кстати, прикольно выглядит. Я еще хотел сказать, ты меня тут еще убей. Он взял. Нет, он сдох, но потом другой меня убил. Успокойся, чувак. Так, этого красивого скина тоже грохнули, хорошо. Блин! Это я к нему грен закинул, но он меня завалил с винтовки. Ага, если бы ДКБ. Есть минус. Свои. Черт. Есть, ассист. Все, ребят, держим точку. Наша. Наша, говорю, не подходи. Не подходи! Ай, черт! Меня коктейлем грохнули. Да ну вы серьезно, я пришел, мы точку отобрали. Как только меня грохнули, точка начала уходить. Ну, это что вообще такое? Я не говорю, что я там такой супер проигрок. Так ролик, блин, ты задолбал. До свидания. И скин кролика для тебя неудачный, я тебе серьезно говорю. Так, тут какой-то снупер сидит, сейчас я с ним поговорю. До свидания. Так, тут же урона от падения вроде нету, да, нету. Слушай, я что-то прям разваливаюсь. О! Ты не офигел? А, у тебя была броня стартовая, ах ты мелкий. Ах ты мелкий! Так нельзя, ты чё? Можно, никто же не запрещал. Я сейчас буду спаункилить тебя постоянно. Я все равно выиграю. Я на четвертом. Вон, я чувака даже со стартовой броней перестрелял. Б! Я гранату под себя пробил. Что она тут забыла? Как? Где? Минус. До свидания. До свидания. Да блин, ёлки-палки, как я в упор-то его не грохнул. А, вот это сейчас обидно было. Ну да, мне сесть за него дали, но все равно. Наконец-то я смог это сделать.
Борис! Борис Бритва! Мое тотемное животное Борис Бритва! Блин! Каким образом ты его не убила? Ну что ж тебя... Да блин, там чувак засел просто в этих ящиках дурацких, не вылазит. Он молодец, да. Крыса. Нифига не крыса. Да хорош, эти зажигательные такие, да. В смысле? Рандомная граната. Очень-очень классно. Рандомная граната. Очень для вас полезно. Я сейчас приду, блин, я вам все уши понатрываю. До свидания. Гранаты! Рандомные гранаты! Помоги! Опа! Ну все, я знаю, что вы чувак, я прям к нему прям в рожь гранаты закину. Есть. Троллик узнал, что он где-то троллик. Троллик. Не надо. У меня было 10 хп, блин, я чувака на понт взял. Нет, 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 нет! Я посыпал ответ, что гранаты Черт! Скорее, 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 туда, 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 быстро, 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 они там за... Я там, короче, позицию неплохо держал, надо вернуться, быстро занять. Нет, отжали, твари! Ты куда побежал? Да ну блин, он тут. У чувака, кстати, ППшка. О, спасибо, если сдали. У чувака петух, может, слушай, кстати, петуха взять, я не помню, есть у меня в этой игре петух или нет? Нет. Я не помню, может, я его уже покупал. А, что-то горит. Не бери петуха, там же не петух. Что? Что было? Да успокойся. Ну все, я не могу. Минус. Минус! Черт, не то, не то! Нам еще минуту будет. Так, с этой стороны что-то никто не зашел. Не надо! Этот чувак с искривлением позвоночника забежал. Он постоянно так бегает, не знаю почему. Так на меня гасит-то! Почему этот чувак бессмертный? Потому что он Кощей! Грена! Ох, блин, две грены, два килла! Вот это я сейчас, короче, да, зарядил! Нет! Да твою за ногу! Иди отсюда! Кого фига вообще? Ты вообще не представляешь, куда ты кидаешь? Что за фигня? Это сейчас было! Ох, подгорело! Один хп! Да хоть 21! Серьезно, я тут заваливаюсь, на меня три ствола. Ну хорошо, хоть одного ассиста дали. Че ты тут сидишь, идем? В смысле в меня попали? До свидания. Я еще-то спуг, гранату кинул. А я знаю, где это. Да хорош от меня... бегать. Да блин, чувак от меня тупо сбежал, офигеть. Вот этого было красиво, короче, две грены и два килла, вот это было просто конфетка. Ну блин. Страшно-то как? Как-то-то страшно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нафига ли ты от меня бегаешь-то постоянно? Я только собрался грену кинуть. 20 киллов, 25 смертей. MVP, чувак, на 39 киллов. У меня 40 киллов. Я круче крутого чувака. И он, да, у меня на одну смерть больше, но все равно, блин, это было очень круто. Да на втором месте.
Ладно, ребятушки, примерно вот так мы сегодня побегали. Хорошо, хоть успели разыграться, хоть успели немножечко потащить. Так что все было прикольно, все было хорошо. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Приходите на следующей серии «Миры Роблокса бесконечны», вы это знаете. Поэтому всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.